Здесь она, наконец, смогла хоть немного расслабиться и стала глядеть по сторонам, пока эскалатор вез ее вниз. В это время Грей поднимался на соседнем эскалаторе вверх. Два одиноких ребенка среди тысяч людей. Конечно же, они заметили друг друга. Уна на минуту забыла о своем горе. Она с любопытством разглядывала мальчика. Странная одежда, длинные седые волосы, нечесанные годами и спутавшиеся в комковатые дреды. Но его глаза серые, глубокие и немного ледяные. Они не могли не привлечь ее. Грей также рассматривал ее. Одна, без родителей и друзей, с торчащим из-под школьной формы белым воротничком, с распухшими от слез карими, почти черными глазами. Она смотрела на него без тени страха и смущения. Вот они поравнялись друг с другом. Уна улыбнулась. Грей покраснел. Они не могли оторвать взгляда друг от друга, но эскалатор уносил ее вниз, а его вверх.